На какую? F9. Ага. Я даю по колхозному съемку. Съемка фильма. Это, знаешь, YouTube залью сейчас, типа, как это менять. А через BIOS не выгодно, да, менять? Нет, он включенный. Или выключенный? Выключился. А, я вижу. Русский. Украинский есть, да? Русский. Да, я знаю. Ты свернутым оставил? Я принимаю, да, нажимаю? Да. Выборочная, да? О, все, открыли. Удалять? Да, вот это все. Вот удалил. Создаешь, короче, пишешь на первый диск. Сколько там надо было? Поменьше, да, на первый надо? Или наоборот? И не, по-моему. 200 тысяч это 200 гигабайт, да? 200 тысяч это да, 200. Так, 200 тысяч, 200 гигабайт. Ну там срежешь лишний момент. Да, я, конечно, срежу, да. Я так это... Монтировка целая. Я могу это делать. У меня KineMaster есть там, взломанный. Макс. Вот она стоит. KineMaster? KineMaster, да? Да. Есть. Не, KineMax, что ли, или Макс. Макс, какая-то программа называется Макс. Честно, не знаю. Все, и все, да, установится так, все. Вот это разделение диска. Да? Но это тебе не нужно. Да, на всякий случай. Я передан тоже, да, поменяю, когда сам хочу шарить. По ошибке смотри, свой не удали тут. Ты просто название меняешь их, да? А это Девон. Его пример бардака, который случился и сегодня уже продолжается почти 70 лет. И теперь она получается вот так, да, вышла? В 52-м году. Точно так же. Тебе куда ее скинуть? Она точно весит 4 гигабайта? Да, где-то так весит она. А вина весит столько где-то? А теперь уже вот 2016 год последний.